Добрый день, ребята. Снова цветет луизиания. Миндаль трехлопастная. Любоваться и любоваться. Зимующая прекрасно. Размножается отводками, делением куста. У меня уже вот наклонилась веточка, и новые, получается, кустики есть. Шикарные розочки. Это как сакура, только сакура идет деревом, а это кустик. Красота. Смотреть и смотреть. И розовенький, как пена. Как пена. Это буквально вот за эти два дня последние, вот она все время раскрывается, раскрывается. Деревьев уже много цветет. Но я каждый год жду ее с таким нетерпением, ее цветение. Я не знаю, может быть, еще красивее, чем вот это. Но это вообще. Листики, как всегда, появляются попозже. Такая ляпота. Вот веточка как идет. Я их обрезаю. Она, конечно, после цветения веточки некоторые засыхают, и их надо обрезать. Вот такая красота. Это она у меня растет на газоне. Здесь их два куста. Было три. Но я уже поделилась. Вот покажу еще одну красавицу. Магонию подуболистную. Я ее посадила здесь бордюрчиком. Она растет, я уже вам рассказывала, 2 сантиметра в год. Листики зимующие. Потом появляются синенькие ягодки. Она еще очень пахнет. Вот такой бордюрчик получается. Разрастается очень медленно. Такой газончик. Скоро раскроется айва. Японская. Здесь будет айва и мускари. Тюльпанчики не все сразу раскрываются, а по очереди. Вот мои кандыки, это я во дворе уже в себя. И что я в них влюбленная такая? Такие они мне загадочные. Шапочки вверх поднятые.